Приятного О, здорово, аппетита. братан, а я тебя Здорово. знаю. Кайф. Вылез такой, ова. Слушай, музыку играешь, да? Там на гитаре, не на гитаре ходишь, да? Ну, на гитаре, да, играл, но сегодня я чуть-чуть хотел это вспомнить. На баяне, короче, раньше играл. А, Вот. слушай, нихера, сколько я у тебя видосов пересмотрел. Да? Ну, я раньше подписан был, у меня этот канал удалился. И все, А. я восстановить его не могу. И найти тебя опять не могу. Ни Печально. хрена себе, вот это вот Но я раньше эти охренеть. же разборы песен записывал, типа учил людей играть на гитаре. А. Вот. А сейчас Ну, я сам чуть-чуть. ходил там, помню, по улицам играл там много кому, да? Да. И Слышали, сейчас. Оксимирон вернулся, да? Да? Слышал? Да. Трючок выпустил. Нифига себе, надо будет послушать. Уже там 8, что ли, лямов за пару дней набралось. Нихрена. Что, спой что-нибудь это, вот как обычно, ты там хоп-хоп-хоп, подхватишь что-нибудь Блин, такое. не знаю. На баяне сложнее, чем на гитаре. Баян Ну, был. эти А слушай, а что, у тебя гитары рядом нету? не. Блин, стой, подожди, сейчас я это на видео еще сниму, блядь. А то вообще никто не Ты что думаешь, у поверит. меня нормально получится на баяне? Это тебе не гитара. Ну, все равно хоть что-нибудь, давай же. Ну, давай попробую удивить. Я как раз в честь Оксимирона его старую одну песню разучил. Давай. Не знаю, получится, нет? Смотри. Катунку на плечо, боль в груди, там ты ничок, открытый фонд, но не ключом, что-то имели счет. Перелет короткий был еще, долгий был еще, с фургон набит коробками с мерчом. Двери подтвердит наши постели, портативные министрели, два пути, корпоратив или квартирник, схемы однотипны. Все теперь им все ведь смены, породив, мы здесь достигли смены парадигмы, теперь рэп многопартийный. В этот на плодив я смотрю в зеркало по типу, сколько бед наворотит, и я весь рэп поработил, но все время в пути у индустрии нервный тип, волокардин, стенокардин. Соберите судно победить. Родители не судят. Мы первые кроманьонцы, мы влюбились люди. Не пизди, я кладу на вас челюсть пятикратно. Ведь мы выступаем сильно, будто через пятиканты. Охренеть, дружище, я вообще прям в шоке, нихера себе. Я вот для этого учил эту вещь, чтобы реально, типа, удивлять. Охренеть Но мощно, пока еще сложно. так, мне кажется, не так круто, как можно было бы сделать. А чё, ты стрим, не стрим, там в YouTube, не в YouTube сейчас, да? Не, не Играешь? стрим у меня, но я просто записываю потихонечку, коплю А, материал. понятно, охренеть просто, вообще никогда не думал, что встречу вот так кого-нибудь, так тут хоп-хоп-хоп, тут и ты Но я появился. тоже блогеров не встречал, так что ты пока в лучшем положении, чем я. Понятно. Охренеть вообще можно, нифига себе. Вот был бы ты с гитарой, вообще бы прям. Ну и так Да. вообще уматно. Здорово. Спасибо, что послушали. А муха тоже вертолет, но без коробки передач. А по стене ползет пельмень, и все коленки в огурцах. Он деревянный, как кирпич, он волосатый. Нет, меня бомбит, ребята. Я 4 дня подряд садился записывать чат-рулетку. Меня уже нервы не выдерживают, потому что это так сложно искать самые мощные реакции. Половина вообще не реагирует. Вторая половина просто переключает. Я не знаю, как здесь делать контент. Надеюсь на вашу поддержку. Поставьте просто лайк. Я очень сильно старался. Ради одного выпуска сколько дней, сколько часов просто так потратил здесь. Привет. 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 Как отдыхается? Круто. Круто прям? Да, вообще. Ну Ну и что, ладно. аккордеон? Сыграй. Ну, я не прям уж профессионал, конечно. Ну, ладно. Давай наши три танкиста, да? Да, ну. Не, я поинтереснее могу мелодию. Разучил Ну, одну давай. сейчас. Давай. Так. Сейчас. А, блин, кнопку забыл опять нажать вот эту.
Ну, давай, сейчас, нажимай. Спасибо. Неожиданно, да? Ты учишься где-то или так, любитель? А, я уже отучился. Как тебя зовут? Раиль, а вас? Раиль? Меня Лиза. А я Луиза. Лиза, Луиза. Круто. Удобно. Ну кто-то врет, а кто-то просто правду говорит. А, ну да, меня тоже Ахмед зовут, кстати. Чё ты врёшь-то, ну вот в наглую. Ты где живёшь? В Таджикистане. Далеко. Нет, ж в Казани. Мы с Иркутска. А, вы в Иркутске живете. Ну, Казань тоже, как Казань тоже далеко. Привет. Привет. Че, уставшие такие? Да нет. Как бы ночь. Нет, ты так вздохнула. Привет. Типа заколебался листать уже. Ну да. Да, я тоже, кстати. Поэтому нефиг перелистывать. А знаете, кстати, что это такое? Да, гармонишка. Гармонишка. Либо гармошка. Да, да. Ну, точнее, баян уж. Баян, будете знать. Гармошка. Что? Может, как в старые добрые времена, три танкиста. Эх. Нет? Давай, играй. Да не, я угораю. Надо что-нибудь, то, что вам понравится. Давайте попробую вас удивить. Непростой игрой сейчас. Не снимай нас. Не-не. Сейчас. Вроде так. Смотри. Удивил? Да. О, только чуть не подавился, честно, слюной своей. Это мега сложно, честно. Совместить правую и левую руку еще и битбокс ставить. Мозг взрывается, там вот так все. Но я пробую, как бы. Пока что вот такие простые мелодии для начала. О! Кто-то этот снял видосик под мой трек. Круто. Ну, ты треки пишешь? Да, под ником Арслан. Да. Видно. Да, да, да. Ну вы послушайте альбом, недавно же вышел. Это один из треков. Обязательно слушайте новый альбом по ссылочке в описании. Отправляйте друзьям, добавляйте к себе, этим сильно поможете. Также мерч и предложение для гитариста в описании под видео. Как думаете, сколько весит? Много. Килограмм 10. 2. Да, 3. 10. Да. Вот же у меня еще что есть. А давай песню. Ты знаешь песню «Встань»? Да, знаю. Давай ее. Если бы тогда меня спросили, где я буду через 10 лет, те горы, пред которыми бессильны, и города, где максимум места нет. Если не найду пути обратно, назад вернусь хоть через Южный полюс, я не знал тогда, что будет завтра. Сейчас тем более стань же моей рукой, стань моя жизнь такой.
Ну, засмущали просто, поэтому. Смотрю, нифига, красивые девчонки, я пою девчонка. Привет. Здравствуйте. Много подтягиваешься? Нет. Это не твой турничок? Это для моей сестры. А где она, кстати? Она маленькая. Спит. Понятно. Шуметь нельзя, значит. Да. А я уж тебе хотел что-нибудь сыгрануть. Ну, видимо, другой раз. Давай. Думаешь, у меня дверь, да, закрыта. Ну давай. Только не переключай. Все-таки это не просто. Понятно. Играть, блин. Не зря же я учился, правильно? Сейчас вспомню одну мелодию тебе. Так. Сейчас, вроде что вспомнил. Что за дичь? Блин, с какой ноты это начинается сейчас? А, точно. Вот, смотри. Спасибо. Гарри Поттера не смотрела? Нет. А я думал, ты узнала мелодию. Ну, во всех ужастиках так начинается, мне кажется. Почему ты рядом, когда ты не так